Всем добрый день. Мы в Белеке проголодались, нагулялись. И вот нам посоветовали посетить вот такое место. Называется Карденис Педаджим. Здесь, сказали, готовят разные виды пиццы. Ну, в общем, собранные со всей территории Турции. Разные рецепты, разные начинки. Мы уже сделали заказ. Вот такое уютное кафе. Достаточно большое. Там наши ребята, нам уже несут заказ. Сейчас посмотрим эту красоту, что нам наготовили. Ага, вот это да. Вот это да. Вот такая у Андрюши пицца. Это курочка с чем? С сыром, да? Да. Андрюшенька, что-то очень маленькая пицца. Видышечка, Андрюша, да. О-оу, о-оу. Это с фаршем. Вот такая огромная кулезочка там с сыром у девчат. А у Володи закрытая с фаршем мясная. Салатик. Ага, лимончик. Давайте пробуйте, чего вы? Я ждем. Я тут. Пробуйте, пробуйте. Конечно. Андрюх, как? Да? Я тоже сейчас буду пробовать свою. Просто я боюсь, что она мне не поместится. Сантиметров, наверное, 50 в длину. О. Вкуснятина. В общем, если будете в Белеке, обязательно посетите это заведение. О, вкуснятина. Я тоже буду приступать к еде. Лимоном полейте, будет вкуснее. Лимончиком? Ага. Я тоже сейчас сделаю. Да. Ну, такие они, да. Веселые. Такие-такие, веселенькие. Потом бабушке Лене отправим. Так, мы покушали. Да. Чего бюзы? Попробуй. Потом сразу водой запивай. Очень остренькие. Всем аффиет Улсун, всем приятного аппетита.